Приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Шторм, я продолжаю играть на проекте Родина РП, сервер Восточный Округ, и сегодня мы попробуем с вами подняться в казино с 12 миллионов. Да, все-таки нужно делать еще какие-то передышки между путями, потому что вот так вот фигачить пути довольно устаешь. Поэтому сегодня попробуем с вами подняться, посмотрим, получится у нас это или нет, поэтому смотрите ролик внимательно, возможно где-то в ролике будет розыгрыш. Но я не буду затягивать, также если еще не начал играть со мной на Родина РП, сервер Восточный Округ, то вся инфа, как начать игру, есть в описании. Ну что ж, полетели. Больше надежд нет. Итак, ну что, я уже в казино, бюджет сегодня 12 миллионов, и давайте сейчас с вами залетим за столик и попробуем здесь подняться. Вступаю на 900 тысяч в 3, и здесь мне уже дропается двоечка, поэтому у нас минус 900 тысяч сразу же залетает. Окей, полмиллиона в 3, здесь чувачкам по четверочка, пятерочка и мне шестерочка, плюс 1,5 миллиона, отлично. 2,6 миллиона в 4 у нас, Андрейке падает шестерочка, Никите семерочка, мне четверочка. К сожалению, это тоже у нас слив. Ладно, не расстраиваемся и надеемся, что сейчас с вами камбэкнем. Залетаю на 1,8 миллиона, Назару падает шестерочка, Андрею пятерочка и мне девяточка. И это плюс 7 миллионов. Отлично, пацаны. У нас уже есть 14,6 миллионов. Хорошо. Вступаю на 1,7 миллионов у нас в 5. И мне уже падает троечка. Тут уже чел выпал 11, поэтому это у нас слив. 1 миллион в 5, мне падает 11. Походу сейчас будет плюс 5 миллионов. Эмилю десяточка, Максиму шестерочка, но здесь уже Андрею падает 11, мы с ним выходим во второй тур. Ой-ой-ой, пацаны, стрёмно, давайте бросаю, четверочка, ну конечно, кто бы сомневался, это слив у нас. Кстати, давайте для вас сегодня разыграем 400 законов в абсолютно любом сервере Родины, просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий. Итоги, когда на этом ролике будет 100 лайков. Окей, погнали играть дальше, вступаю, нет, не вступил я на 3 миллиона, окей, давайте ждать следующую игру. 1,2 миллиона. И мне падает семерочка, Гоша тоже семерочка, что же выпадет Максимке? Максимке у нас падает тоже семерочка, неужели сейчас всем дропнутся семерочки, было бы прикольно. Но нет, Эдмонту падает 11 и Олегу тоже 11, поэтому у нас слив, окей. Пока что в минусе на 4 миллиона. Вступил на 7 миллионов, парни, да, решил рискнуть, не знаю, получится сейчас завинить или нет, но надеемся, что у нас все получится. Так, Леонардо падает восьмерочка, ой-ой-ой, стрёмно так стрёмно. Ух-ух-ух-ух, главное сейчас все не слить, графу падает пятерочка. Так, сейчас я бросаю, и мне падает семерочка. Да капец, семерочка, у чела восьмерочка. Пипец, не фартануло, не повезло. Если сейчас этому челу тоже выпадет восьмерочка, ему вообще шестерочка. Блин, если бы Леонардо выпало хотя бы семерочка, у нас был бы хотя бы шанс выиграть 28 лямов. Но, к сожалению, не повезло, не фартануло. Окей, окей, ничего страшного, парни. Давайте на 1 миллион вступай. 1 миллион у нас в 5. В 5. Так, Леонардо падает восьмерочка. Что дропнется Лехи? Лехи тоже восьмерочка. Лехи тоже восьмерочка, и мне падает семерочка. Да, 2,6 миллиона у нас осталось, но ничего страшного, сейчас попробуем с вами камбэкнуть. 2,2 миллиона, парни, залетаю в 5, если сейчас завиню, будет круто, мне падает шестерочка, но Ленину уже падает девяточка, поэтому да, у нас слив, сегодня у нас, к сожалению, не повезло подняться с 12 миллионов, но ничего, парни, не расстраиваемся, не повезло сегодня, повезет в следующий раз, не забывайте участвовать в розыгрыше, всем спасибо за просмотр, всех обнял, всем спасибо, парни. Кстати, напишите какие-то крутые заработки на Родине РП, если вы шарите, мне будет очень интересно узнать, кто прям там шарит. Ну вот я знаю металлоискатели крутые, там можно собиратели залетать, ларцы собирать, но какие еще есть типа способы заработка, на которых именно вы работаете, поэтому кто шарит, напишите. Всем спасибо, пацаны, всем удачки, всем пока.